Привет! И это снова стрим. Сейчас 6 утра, я опять встал поздно. Но в сравнении с тем, что было раньше, сейчас, видимо, меня майски подкосили. Как-то я расслабился. Вчера так вообще только мемы в Инстаграме публиковал о том, что видели прокрастинацию. В таком духе. Типа, тяжело было приступить вчера к работе. Днем вообще отрубился, спать лег. Жесть. Даже не потренировался вчера. Так как бы, ну, погода была, скажем, не солнечная, вообще было пасмурно. Что еще сказать? Вчера записал, короче, трек. Я вот, блин, можно было бы его как-то транслировать? А, наверняка можно, если перекинуть, да? Да, я просто хотел бы поделиться с вами. Ну, так как здесь людей нету, это, в принципе, можно сделать. То есть, в теории, если кто-то зайдет посмотреть начало стрима, то это может быть либо там мой знакомый, либо какой-то мой друг. И типа, я-то только в сторис в Инстаграме публиковал буквально там 20 секунд. Ну, а сейчас включу такой и на заднем фоне пока начну работать. Ну, мы зато и поржем над моим вокалом, и, может быть, даже скажем, ничего себе, речитатив не такой уж и плохой. Данил, ты можешь говорить. Вот, фишка вот в чем, да. Сейчас я скину в Телеграм и включу. Кстати, да, в этот раз поставил теги, и в этот раз я надеюсь, да, что подольше просижу, чем обычно. Просто в прошлый раз я просидел 2 часа, а потом пошел, ну, что-то мне надо было отдохнуть реально. Я прошелся до магазина, поэтому стрим был отключен. Вот, но сегодня я чувствую стамина на... деле. Я готов, осталось только делать. Так, сейчас я скину в Телеграм. Да, сейчас скину в Телеграм все это добро. Также сегодня у меня будет задача. Какие у меня сегодня задачи перед собой ставлю? Я сегодня перед собой ставлю задачу все-таки доделать, как бы, ну, сегодня надо подзаработать деньжат. Поэтому надо сегодня обязательно сделать один лейаут. Интересно, что придется работать с канвасом, с холстом. Это, в общем, отрисовка линий и графиков согласно кривой Безье. Ставится несколько точек, тук-тук-тук-тук, и получается кривая. Вот таким образом мы будем рисовать графики поверх фона, который как бы по факту калибрирует уровень тревожности, когда человеку нужно уже задуматься, собственно, о здоровье. Короче, там фишка в том, что если там какие-то показатели есть, если меньше 80, то зеленая зона, 80-20, это уже розовая начинается, там дальше уже красная. То есть понятно, что это уже запредельные какие-то значения, которые непосредственно нужно каким-то образом решать. Да. Вот этот трекачок. Я его пока на заднем фоне включу. Вы можете послушать. Зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит, как школа. Немногих, однако, сильно. Я считал, что место это часть полена, что зачем все дело, развить колено, что устав от пути некому или русский брат, как в нем место он учил. Я сижу одна, я кстати, начнем с недорогой, сразу. Сейчас вначале я... Я сказал, что лист разрушает почву, что семя упавших кучу с почвы не дает победы, что лучше поляна. Есть пример, у кого я в природе дан. Сижу одна, в других коленей в обществе сон. Грустная тень. Моя песня ладит, она красива, но зато ее хором спеть не дьет. Кто накажет мне, что не речь спеть. Никто не говорит, что я сижу одна, в других коленей в обществе сон. Борьбы с душем. Вот это поржом. Темнота снаружи, и я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Так выгони из комнаты,
Как ты выглядишь и вообще инкогнито эрго сум. Как заметила в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чайки транса. Не будь дураком, будь кем, не небыль. Не выходи из комнаты, дай волю мебели. Слезь витом с обоями, забрись, забакаритируйся. От кронуса, космоса, эроса, вируса. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Ну, так уж плохо, не так сильно. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Я сижу в темноте, и она не хуже в комнате, чем темнота снаружи. Ну, в общем, собственно, это и было. А, непосредственно... Мой кавер на песню «В темноте». Ну, как? Какая песня-то? Вообще-то стих Бродского, который впоследствии адаптировал Noise MC под свой лад. Да? Добавил бит, создал песню, но еще параллельно, отдав честь Иосифу Бродскому, конечно же, зачитал его стих в оригинале. И мне это тоже очень понравилось. Не знаю, я связываю эту песню с какими-то моментами в своей жизни, когда я почему-то депрессовал. Когда, ну, ты скажем, не был знаком с капелькой, методов. Короче, не знаком был с адаптивным мышлением и пытался каким-то образом загнать себя в рамки, построить свое поведение какое-то, загнать себя в какую-то парадигму, я не знаю, в какой-то четкий набор сет правил, которые нужно регулярно исполнять, и вот каждый раз, когда ты не исполняешь, ты чувствуешь себя не очень. Но фишка в том, что нужно быть гибче, намного. Поэтому... Да, как говорится, хочешь жить, не вертеться. Хочешь жить, не вертеться. И как сказал мой преподаватель один, студенты хитрые, выживать же надо. Вот, да. Типа того. Вот, а я так хочу уже поработать, если честно, вчера. Так, я думаю, есть смысл, если визуал вот так вот сделать. Здесь есть там. Там. Отлично. Здесь. Здесь нужно, поэтому ничего здесь проверять не буду. Так, вот у нас CardNip App. Что-то загружается, какие-то библиотеки. Так, да, пусть пока загружается. Так, что там у нас еще есть интересного? Фигму надо открыть, да. Откроем фигму. О, сейчас пока загружается, я вот теперь воркаут-тусовку что-нибудь, какой-то логотип сделать. Да. Вот, даешь медитаж. Кстати, еще, да, один. Надо будет написать как-нибудь статью. Значит, надо будет чем-то выступать на открытом микрофоне с каким-то контентом. Ну-ка, вот этот микрофон интересно, что-то есть снова. А, да, надо посмотреть. В общем, ну, не знаю, надо удочку закинуть. А, и календарь надо еще подчистить. Да, для... Нет, самое интересное, конечно, я так и не посмотрел, что там у нас на 2 недели вперед смотрим. 7-я пятница, вечер там. Ну, 4-е, да? Я думаю, днем, надеюсь, будет тренировка, типа 4-5 пм. Так и напишу шашлыки, шашлындос. Мы летим на шашлындос. Мы летим на шашлындос. Надеюсь, мне удастся уговорить Женю на тренировку в 2 часа.
Вот здесь, я думаю, воркаутсовка будет. Потом, ну, сегодня я буду так, слэш работать, слэш гулять, не знаю. Так, что я хотел еще посмотреть? Вот, да, открытый микрофон. Так, не, у них ничего нового нет. Что я хотел? Да, что я хотел? Вот у нас есть Комагора, запись студии. Надо на нее подписаться, чтобы следить за обновлениями. Как же у них название-то? Монорага. Почему? Откуда я это услышал? Так. Не знаю, добавлю. Че, почему бы и нет? Мне кажется, ну, хороший план. Ну да, короче, я оставил. Так сказать, заявочку. Да. Интересно, вот у них, конечно, это все сделано. Я бы последил за этой комьюнити. Вот. Еще надеюсь, что тут все работает. И весна красиво, солнце радостички выпишет в Телеграм. Да, 8 часов у Пальмира Кофемана. Так, господи, все кофейное у него. Вот он задачи тут еще накинул. Uh.
Джезва в этот четверг, 20:00, Джезва. Угу. Так. Учиться, да? Значит, учиться, Данил, да, начал? Учиться ли ты начал? Занимаешься, да? Вроде тут кофейный энтузиаст, как появились. Так, потому что, ну, короче, да, я думаю, это правда. Интересно, через сколько всего этот раз, да, это оно, будет головная боль от учебы. А что об этом думать, правильно? Так, 8, да? Коммунистическая, коммунистическая, 46 дробь. А, кофейня, безва. А что там? А что там будет? А что там будет? Заглянешь, а не поймешь? Я думаю, напишу, Андрей проводит дегустацию. Кофе. Ой, да, сохранить. Ну вот, я думаю, да, конечно, адрес потом, потому что, типа, тоже понятно. Ага. И... Да, короче, взять большую ложку супную круглую. И здесь что, заходим в Todoist, конечно. Конечно, заходим в Todoist. Ну, во-первых, знаете, глянем, какие есть. И, в общем, да, как-то так, да. Ну, все, в принципе, да. А, что-то тут мы поделали, пощелкали. Блин, конечно, проснулся я час назад и как бы вроде бы приступил уже к работе, но... В общем, не та эта дисциплина. Когда отвлекаешься, ну, как-то это все так волатильно, если вот эти мысли не впрыснуть, и же потом придется как-то замечать чем-то, ну, не знаю. В общем, странно все это. В общем, здесь я работал... Так, я тебя почищу немного, да. Здесь я работал в ВКонтакте. Google календарь мне больше не нужен. SoundCloud может залить туда, не знаю. Ну, в темноте мне тоже больше не нужно. Так, все, отлично.
Теперь сделаем следующее. В общем, я думаю, что есть резон открыть Android Studio, да. Ой, все, у нас прогрузилось полностью, да? Замечательно. Прикидываем на экран ноутбука. Так, кстати, отладку сегодня сделаем на новый телефон. Попробуем сделать. Работаем с новым телефоном. Вот. В общем, фишка в чем? В этом проекте, то есть приложение разрабатывалось в хакатоне. Вот. Фишка в том, что я как-то плохо сделал очень. Точнее, я не очень был знаком с constraint layout'ами, и что-то у меня там все поползло куда-то непонятно. И сейчас, я так понимаю, мне нужно это все исправить добро. Да, это нужно сделать теперь не вот таким вот образом, не по иксу, короче. Да, не по иксу это все редактировать. Текст size, я думаю, это меньше надо там походу сделать, да. Потом, ну как бы центр он и есть, центр так и остается, я так понимаю, да? Ну хорошо, это работает. А потом, ну да, как обычно, у меня есть одна ПОшка, которая помогает соединять два компьютера. Ну что-то она каждый раз просит новую лицензию. Может удалить ее нахрен? Реально надоели уже. Так, еще надо Skype будет из автозапуска убрать, потому что он жрет память. Так, смотрим, да, вот эти все, короче, надо отладить вначале, посмотреть, да, как это все работает. Разница. Я особо разницы фотографии не вижу, если честно. Ну а что, типа, телефон. Надо было получше, конечно, покруче брать. Я думаю, ну ладно, что сделаешь. Взяли такой взяли. Ничем не лучше. А, так это сюда зарядка это не подходит. Сейчас, кстати, еще с TFC работаем. Первый раз TFC столкнулся в своей жизни. Интересно. Неверный лес комнаты, не совершаешь ошибки, зачем тебе солнце, я все такую решивку вокруг бессмысленно все. Даже так было несчастье. Вот, IPC, огонь. Реально это IPC, огонь. Выглядит как огонь. Так, значит, да, подключаем, что-то надо убрать. Хорошо. Флешку убрал. Угу. А, тут еще надо включить разработчика, наверное, да? Наверняка надо будет включить, да. Да, я думаю, надо будет еще включить разработчика. Сейчас включим. Это я помню. Это мы заходим по памяти о телефон. Потом нажимаем куда-то номер сборки несколько раз. Вот, да. Причем, походу, затыкнул правильно. Все, я стал разработчиком. Еще что-то надо там, по-моему. Куда-то еще тыкнуть надо. Что-то режим отладки, я не помню. Система и обновление. Обновление ПО для разработчиков, да. Где-то здесь будет отладка. Разрешите? Отладка по USB. Окей, да. Ну и по идее сейчас, если перезапустить, то должно появиться. Да. Угу. Теперь, по идее, отладка должна. Почему? Ну.
все, короче, подходится к тому, что нужно управлять, как-то заставить пользователя обновить. Я же отладку включил по USB. Ну. Ну давай. Чего? Чего ты мне тут кляпаешь-то? Что это вот это значит? Мне непонятно. Лично мне непонятно. Что тебе непонятно? Вот смотри, я нажму, да? Ой, я отпущу. Что ты мне скажешь, что все? Отладка по USB запрещена. Ну. Может сохранить как-то. Блин, проще было потом отложить. Баги постоянно какие-то появляются, блин. Так. Ну вот, я нажимаю. Угу. Ну, ладно. Нужно терпение. Ну, давай. Самое главное — терпение. Когда какое-то простое дело кажется сложным, да, нужно, конечно, терпение. Да, нужно добраться терпения и просто вести instructions for... Как раз повторю. Connection phone to... Да. Yeah. Where was the bunny? Вот здесь, конечно, терпение нужно, да, для того, чтобы набрались терпения и поняли, что я могу убить на это все утро. Ну давай, может, ВД-менеджер реально надо купить? Ну, это ВД-менеджер. Давай. Это Android. А, это Android Virtual Devices. Нет. Ну давай еще. Connect setup device for development. Yeah. Ну понятно, здесь нет, все нормально. Как бы я включил все. Только почему-то там же надо передать какой-то ключ шифрования или что-то типа такого. Может, перезагрузить его? Я просто не понимаю, почему ты. Уморительно это, ничего не скажешь.
Тупо я смотрю. Хочу заснуть. Ты, блин. Угу. Вот вкладка по USB. Я ее каждый раз включаю, она каждый раз... Ладно, хрен с вами. Смотрите, как это работает. Ну ты же как-то же должен сработать после этого. Почему я сейчас зайду опять? Почему? Объясните мне. Объясните мне, почему это так работает? То есть... Почему это постоянно отключается? Я, честно говоря, не понимаю. Я знаю, что... Вкладка по USB. Может быть, есть какая-то проблема с тем, что это Huawei. Не был. Bug mode. It's strange. It's really strange. Вообще хз, типа... Адзы. Ну, я не знаю. Вот, честно говоря, мне вот это меня немножко раздражает, что там куча обновлений всяких. Return to the setting screen. Touch developer options. Да это-то я нашел. Уже разработчик. Просто почему... Вот я же нажимаю. Я в замешательстве, если честно. Ну. Ну, типа, сбивается оно. Ну. Я сейчас перезайду. И опять отключилась. Кладка по USB, ок. Ну.
Пожалуйста, только не говорите, что если это не работает, то это очень странно. Окей, все. Не, у меня же Highway Suit есть, типа. Как мне открыть? Передача файлов. А, наконец-то. Типа. Понятно. Все данные просвечиваются, все видно, чем я занимаюсь. Коннектор появился. О, наконец. Начало. Чё, какие? Вчера, что ли, было? Типа, чё-то... Уже 3 минуты нужно отдыхать было. Включу Юлию Савичу. Любовь не найдёт тебя скоро. На разных планетах один шаг, одиноко и пусто, только все это тебе бесполезно, настоящее чувство, а мы ищем все одно и то же, но что-то нам всегда мешает. Мы знаем, что все возможно, так что ты все там решаешь.
Так что все возможно. Сейчас приду. Я все сам решаю. Ну вот, да. Все, получили немного голову и продолжим. Массируем. Настраиваемся, массируем. Ну-ка, в Телеграме наш чат написано. Baby, come on. Да, выключи. Вот это надо делать перед стримом. Окей. Значит, меняем музыку, да.
не музыку. Your club is an addictive. It's how you feel, how you style, sucking it up. Yeah. В общем, проблема в том, что почему-то у нас верстка залезает дальше, чем нужно. И если посмотреть у нас на вот эти два поля, что мы видим? Мы видим, конечно же, 380 dp layout, но это ненормально. Что-то там дизайнеры, ну как, был он, затупили и кажется, совершенно забыли, что это же layout constraint, да, совершенно забыли, что... Ну, не делай это. Просто странно, что это не отображается в дизайнере. Да. Очень странно. То есть в дизайнере-то по-другому все это показывается. И для меня это секрет, почему это так. То есть вот эти dependency pixels, они, короче, их нужно... типа ширина, да, с одной стороны. Странно, что они отображают не так, как нужно, то есть, если здесь вы не... да, здесь это связано, даже не знаю, с чем. Слушай, даже не знаю, с чем это может быть связано. Блин, match parent, конечно. То есть, у меня даже догадок нет. С чем это может быть связано? Я даже поменьше, я бы поменьше даже сделал, типа, ну нет, да, вот так бы сделал. Ну и почта, и пароль я бы отрегулировал, то есть, ну забыли пароли, конечно, тоже. Text appearance, text style, Android text size, я думаю, здесь нужно... 24 dp тоже ставить, да. Как бы это по центру это сделать? То есть сказать, вот, всегда, чтобы по центру было. Мне кажется, это можно сделать вот gravity center, да. Gravity. Типа того, да. Не. Это почту перекинул. Да мне layout нужно. Может быть так вот. А, стоп, подожди. Это что мы делаем? Это мы делаем вот это. Как вы показались? Во. Да, вот оно, Android Layout Gravity Center. Ну, давай, он тоже сюда. О, как-то так. Это пофиксили. Там что у нас есть еще? Регистрация. Да, тоже надо, конечно, поменьше сделать. Думаю, везде 24 dp буду ставить, да и все. Так, Android Text View, да, вот смотрим, регистрация у нас большая. Margin left, регистрация, text size, ну пусть будет 24. Пусть будет dp, потому что до этого было dp, тут пусть будет dp. Вход, вот, смотрим, вход, да. Text size тоже 24, пусть будет тогда, не знаю, 16. Тоже пусть будет dp. Потом, после всего этого добра, его нужно вправо дернуть. Его нужно вдернуть вправо. Ну, мы можем это сделать вот так вот. Up, layout, constraint, and to and off. Operant, получается. Вот. Ну и... ну, поставим Android layout gravity. Ну, right, не знаю.
У тебя есть мержин какой-то? Да нет, мержина нет. Нет, ну, если LF поставлю, ты же... Ты, по идее, просто должен, во-первых, соблюдать мержин, который уже узаконен, так сказать. Что-то ты вообще куда-то не туда уходишь, братишка. И регистрация еще не по центру, то есть можно, конечно, регулировать. Gravity — это центр, только вот почему-то left, right, off. Может быть, не обязательно это, типа, может, не обязательно это. Может быть, не обязательно это, да. Глянуть будет, как в том у нас получилось верстать так красиво. Не совсем то, что бы я хотел, да, ну когда играет. Не работает. А как бы подтянуть-то туда? Может быть, только так-то и получится. Слушай, дальше не идет. С чем это может быть связано? Связано с тем, в какой линии layout это все обернуто. End to end off, start to start off, top rotation horizontal, да. Ну не знаю, меня вот это смущает, может быть. Это не нужно совсем. Вот. Потом смотрю здесь, что может смущать. Ну, можно убрать вот это, я не знаю, это смотрим, что не влияет, я так понимаю. Да и нет, честно говоря, это мне смотрим, что не влияет. Вот. Ну, может быть, теперь можно продвинуть. Но вправо все равно не двигается, не хочет. Все равно вправо не двигается. Margin left здесь вообще, я так понимаю, он же не нужен по факту. Вот. И, может быть, теперь можно перемещать. Нет, теперь нельзя перемещать. Теперь он прям вплотную к ней. А может быть, margin left просто побольше, да? Может быть. Ну, тогда давай попробуем сделать... Сколько там? Ну, не знаю, 110. 112. Вот регистрация, margin left. Ну, вообще по центру уже нужно, чтобы было. То есть топ-топ-топ, это, конечно, хорошо. Но... Вот. То есть, блин, как же я по центру это делал? Ну, я, по-моему, так и обозначал, да. Ну, по центру, да, получается, сама эта фигня, фигнюшка у нас сколько пикселей? А вот, согласно wrap content. Знать бы, сколько она занимает в итоге. Ну, а как вот узнать? А как узнать? Как узнать? How to... Yeah. Подожди,
Так, подожди. Так, это окей, хорошо, ладно. Ассистентами везде их пихают. Ага, так. Да. Тогда само так по центру начало располагаться, да. Как-то я так настроил ее непонятно каким образом. Так, сейчас, стоп, ладно. Ну, видишь, линер лайаут, он как-то так... А у меня это все во что обернуто? Вот есть виджет, и внутри него еще один виджет, да? Все, может быть, я бы виджет там просто делал. Ну, ладно, похоже, придется. Ну, давай так, наугад. Ну, как бы... Такой подход попробуем, да? Ну, давай, регистрация. Где там? Merging left. Пусть будет не 64, пусть будет 128 dp. Пусть будет, да, не 100, пусть будет 96. Тоже неверно, пусть будет 72. Да? То есть уже поближе к центру, да? А если мы попробуем все-таки Android Gravity как-то сделать? It's like we need to fix you. Can it be like it could be maybe so yeah. Ну давай сделаем наверное 72. Сделаем 72, чтобы margin left пусть будет теперь 124. Вот пусть будет 100 dp. Так, ну вот это уже почти похоже на центр. Я думаю, даже чуть дальше, чем центр. Ну, пусть будет 96 dp. Вот как-то так, да. Ну, собственно, нормально. Теперь вот здесь мы, конечно, делаем 340. Да, и везде ставим другие. Центр. Ну и дальше. Что, поехал. Ну. Что еще добавилось? Угу. Зарегистрироваться, типа, сколько? 400 dp, да? Входит за рамки. Ну, 340 теперь тоже, типа. Ну и да. Но с тобой это не работает, я так понимаю, да? Там с ним линер лайаута, судя по всему. Нет, нужно как-то, да. Margin left тогда больше делать, 32, например. Стоп. 16, это все стоят. Вот здесь ничего у нас. Layout margin 16, а layout... Что у нас? Это же линер layout. Давай двигайся опять. Центр, я тогда и... Все, теперь попробуем... Еще параллельно запустим Ubuntu. Максимальная продуктивность просто.
Ну, да, вот выносливость, конечно, надо прокачивать. Ну, прокачиваем. Медитации не хватает. Сегодня с утра не помедитировал даже. Это классный буст. Если это глубокая медитация, я в последнее время халявить начал. Ну, если верстка нормально, то фиксим изменения, да, заряем на GitHub и все, вот так вот, money, да, кстати, с спиннером не буду же я в каждый фрагмент запихивать это, нет, надо отдельно его как-то. Ну, типа, вот как спиннер активики, то как помещать, я вам как инициализировать, как создавать. Долго, конечно. Блин, как же долго отладка происходит. Нет, конечно, нет. Так, ладно, тогда зайдем сейчас, посмотрим. Не, надо, конечно, да, надо подумать пока, как это можно все... А, do you want to remain? Of course. А, вот она в чем проблема. Надо думать, что так долго... Ну да, в принципе, здесь fixed. Здесь fixed. Нет, не fixed. Что ж ты меня обманываешь, да, дорогая? Дорогая, что ж ты меня обманываешь? А в чем эта проблема? Это вот из-за этого, да? Я думаю, из-за этого проблема, да. Да я бы вообще 320 сделал все 320 не сделал. Вот. Типа. Единственное, что нужно, чтобы по центру было. Конечно. Не, конечно, constraint layout это что-то, это прям такая, это killer feature. Я не знаю, это с этими linear layout'ами, мне кажется, не выживешь. Вот. И почему-то терминейт не на этом экране появился. Это очень странно. То есть. Так, это fixed. И это не fixed. Почему-то оно, да. Вот если мы посмотрим на этот linear layout. Вот, что ты, я не знаю, зачем это. Зачем? Я не совсем понимаю, зачем это нужно. Если мы можем вот так вот сделать. Да. Очень интересно. Все равно какая-то хрень, типа, все равно какая-то хрень. Все равно это не по центру, хотя... Что может быть проблема? Проблема тогда чисто вот в этом. Этот linear layout. Подожди, стоп. А, вот здесь то же самое, что ли, господи. А, то есть все равно margin star 28 dpi, а, это... Ну, может быть, margin убрать layout, типа, может быть, в этом проблема.
Editor, вот эта дурацкая хрень здесь. Не знаю, может быть. Ну ёбаный ты в рот, блядь, а. С этими, не-не-не, линер лайаут это, короче, нах этот линер лайаут с его прибамбасами, ёб туда и. Нах, как говорится, не, у меня есть подозрение, что это в этом проблема, то есть. Чё ж ты мне показываешь одно, а делаешь другое? Ладно, короче, не знаю, я бы попробовал вот это закомментировать, добро. Да. Вот я бы это добро закомментировал бы. Синапфил, да, говоришь? Блин, ты мне скажи, что ж ты мне врёшь-то? Короче, вот эти все кнопки, наверное, нужно выбирать тогда, да. Margin top, может быть, еще и надо. Margin left нет. Ну, прям по центру. Я правильно понимаю, что по центру? Так, текст view. Ну, подожди. Ну, понятно, ты сейчас добавишь не parent'ов туда. Вот. Ну и нормально. Типа, здесь то же самое я вижу смысл сделать. Потому что что-то меня не впечатляет. Это не layout, если честно. Android pixel, constraint, layout. Принял. Вот. А что-то он меня не впечатляет. Короче, it's not vertical, of course, it's it's vertical. So yeah, we're trying to do this, the button. Yeah, the text view. Constraint top, bottom of the bottom of, so it's like registration button, yeah, I press the registration button, so yeah. И я думаю, есть смысл делать так вот. А ну да, давай, сделай за меня, пожалуйста, это. Пожалуйста, сделай за меня это. Ну ты же. Ты же. Типа, да. Ну, нет, я просто не понимаю, типа. Согласно wrap контент на DP. Ну, пусть будет матч parent, типа. Да. Только высота-то, она же определена здесь. Как hidden bottom. Стоп, а, нет. Не по. Ага. И все. Ага. Ну вот смотрим теперь. Match parent. Match parent у нас что? It's have a. It's not needed, I think. So
Ну вот, а теперь то же самое нужно сделать вот с этой текст-вьюшкой. Что ж тебе не хватает-то? End-to-end of, да? Но тоже parent. Да, теперь это все nice. Все. Да, теперь можно, короче, добавлять изменения. Так приятно фиксить баги, если честно. Стоп пораньше. Так, значит, git add all. So. Git. И fix. Fix layout. Да, посмотрите. Commit. Git push, да, что видим. Все нормально, передалось. Отлично, сейчас чекнем на GitHub, передалось мне. Это почему хватит. Не самое лучшее решение, конечно, вы еще изменили. Так, в чем фишка? Тогда в чем фишка? О чем я думаю? Сейчас надо переключиться. В чем фишка? Почему я не использовал эллипс, типа? Можно же эллипс использовать. Не знаю, добавить сюда что-нибудь, типа. Пусть будет, блин, workout of familiar. Honor. Даешь.
купи по поверх какой-нибудь. Смайлик бы я добавил. Пять еще. Дэш мне тоже. People body. О, прикольно. Блин, я иногда не понимаю, что происходит. Да, дашь мне этаж. Сделать мне не надо сходить. О, так это же отдых, ура. Не, я не буду заходить в Инстаграм. Чёрт этот Инстаграм, чёрт этот ВКонтакте. I need to relax, and I need... Да. Нужно отдохнуть. Ну-ка, еще раз послушаем. Что-то мне напел. Или может... Да не, буду слушать свою версию, да. Блядь. Как можно быть... Ладно, стоп. Немножко ошибся, да. Тут, конечно, карантин, который мне очень сильно работает. Не надо себя ни за что ругать.
Надо почувствовать себя, наоборот, неловким, да. То есть, ну, вот неловко мне, да, я промахнулся. Говорю, что зачем нам рыба, раз если, конечно, готический стиль победит, как школа, стоит все со мной состоять, сбежав укола, и все окна, я так новосильно, я без ног, однако сильно. Я дарю их как опыт борьбы с удушьем. Так не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную сразу же возвращайся. Не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора. И кончается счетчиком, а если войдет живая... Не ходи из комнаты, считай, что тебя продуло, что интереснее на свете стены и стула. Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным. Не выходи из комнаты, танцуй босанову в пальто, но голое тело в туфлях, на босу ногу в прихожей пахнет капустой. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь и вообще... Огонь уже в комнате, чем темнота снаружи. Блин, мне, я не могу сказать, что мне это не нравится. То есть мне это нравится. Додарил, что судьба игра, что зачем нам рыба, раз есть игра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав укол. Я сижу у окна, за окном осина, я полюбил немногих, однако сильно, я считал, что лес только часть полет, что зачем нам сидеть, раз есть колено, что устав от поднятой веком пыли, русский глаз отдохнет на эстонском шпиле. Я сижу у окна, я помыл посуду, я был счастлив здесь, уже не буду. Писал, что в лампочке ужас пола, что любовь как лишена глагола, что не знала, в кличку сходя на конус, ведь обретает не ноль на хронус. Сижу у окна, вспоминаю юность, улыбнусь порой, порой отплюнусь. И я сказал, что разрушает почву, и что семя упавшего в дурную почву, что не бед побега. Thank you.
Да. Окей, хорошо. That was not bad. Listening my audio, voice, so there is needed to be start. So yeah, we need working on Android application and making some money. Okay, so what's next? The CardMe app is, I don't need it at all. So I have a few issues. So why Bindi click on listener non-working? So next issue is that how we can use the fragment, how it can be used, and that's about it, but how we can so let's check GitHub. GitHub.com. So there is да, так и пишем, спиннер адаптер. Адаптер Kotlin. Android Kotlin спиннер. Ну вот, конечно, кода не так много, а точнее именно репозиториев. Но я думаю, лучше уж код чекнуть, чем репозиторий, да, что я сюда полез, понимаю. Вот спиннер питом, да. Var name string var image. Так, подожди. Custom adapter. Readapter spinner. Нет, это, конечно, хорошо. Data, да. Ага. И main activity как ты вызываешь? То есть работаешь, непосредственно создаешься здесь, да? То есть это в каждом нужно, просто мне кажется, не обязательно. То есть, да, мне кажется, это не обязательно. Комната догадывается, как ты выглядишь, и вообще инкогнито, ergo sum. Так, я хочу... Да, давай посмотрим. Давай посмотрим readapter create from source, да. Вот это... create from source. Readapter create from source. Ну, просто рейда провести. О, да. Spinning adapters. I need some practice. Need to some see some practice. Ну, кстати, волонтер. Это вот у него что? Set spinner and trace type. Хорошо, ладно, adapters. Это понятно. Ох, ты ж ешь, ты ж, блядь. И вот AppCompat Activity, он create. То есть все равно как бы ты заполняешь. Так в каждой. Ну просто это по факту дублирование кода, то есть, мне кажется, там, singleton, да? Или это как-то через фабричный метод, что ли, делать? Что можно сделать? Ты можешь это сделать? Как это можно сделать?
Как это можно сделать? Мы создаем экземпляр объекта. Там что мы делаем? Это еще activity, да? И как мы можем потом обращаться к этой activity так каждый раз? То есть, то ли создать метод какой-то, create, блин, типа вот одна клавиша, вот слайся сюда, и делай это. Ну, то есть, наверное, можно же так делать, нет? Populate spinner in the spinner in one file. Yes. И как тогда обращаться к нему, то есть? Здесь проблема. Ой, простите, что зеваю. Ну, когда таска непонятная, то становится как-то тяжело, да. Не, он создает, да, прям тут все делает. Блин. Не-не-не, у меня one spinner.